Слушай, напомни-ка мне, чё это мы с тобой летим, а? Сто раз тебе говорила. Летим нерпу считать. Ах, да, да. А зачем? Чтобы знать, не передохли ли они там все еще. Зачем же еще? А, ну да, да. Поймай! Наши-то девчата, они просто так отдаются, а здесь надо поймать. А ты попробуй, поймай. Она самая скользкая, ее ухватишь, она выползает. Ты понимаешь, в чем дело? Вот. Какого же она размера? Ой, я... Ну, она маленького. Где-то 110-120 килограмм. А, 90-60-90. Да, примерно. Да, и у ней ручки маленькие, ножки на эти. И вот, если даже ее поймаешь, ты не знаешь, что с ней делать. Куда целовать? Дурак! Потому что они сейчас на льду размножаются. Понял, балда? Размножаются они. А ты, Масян, не хочешь на льду размножаться? Дурак! Мы не размножаться сюда приехали, а нерпу считать. Поймал я нерпу! Тика руками. Скользко. Обхватить нельзя. А куда денешься? И хочется. А куда денешься, милый? Она вроде и вякает иногда, что-то хочет. А что хочет? А что у женщины спросить, что она хочет? Ни один мужчина не узнает, что он хочет женщина. Если муж хороший, все плохо все равно. Вот и думай. За двуногими бегать или за этими? Вот по краю. Они хоть воняют, так они хоть это... Ладно, они хоть нормальные. Да. Ну, ребят, демократы... Только чай. Дурак, ты чё её схватил? Отпусти зверя, чудовище! А ну, да, конечно, конечно. Стой, дом, в котором я живу, называется дурдом. Хочешь, я тебя с собой возьму, а хочешь, разваляю дом.